Несмотря на юный возраст, они сражаются как взрослые спортсмены. И пусть профессионализма им пока не хватает, зато с волей к победе все в порядке. Ее в этот день детские футбольные команды и демонстрировали. Чем больше вы будете играть в футбол, тем больше у вас будет побед. Всем успехов! Поздравляю! До финала детского футбольного турнира «Удар в девятку» дошли 8 команд в двух возрастных категориях. В зале Дворца спорта «Видное» собрались ребята из Москвы и области, чтобы доказать, они лучшие в этом виде спорта. Турнир «Удар в девятку» был создан в 2015 году. Проходит при поддержке Федерации футбола Ленинского городского округа и торгово-промышленной палаты. Активное содействие в развитии детского спорта на территории муниципалитета оказывает Ассоциация профессиональных мини-футбольных клубов, представители которой отмечают, насколько важно поощрять у детей интерес к любой физической активности. Это развивает определенное качество самих детей. В первую очередь здоровье. Ну а такие волевые качества, как действительно воля к побеге, стремление работать на результат, оно не помешает никогда не только в жизни, но и даже в случае этих молодых спортсменов в учебе. Это очень важно. Они становятся целеустремленными, внимательными. И самое главное, что развивает именно правильные качества, стремление совершенствоваться в первую очередь себя и вести здоровый образ жизни. Решающая игра за первое место состоялась между командами из Троицка и микрорайона «Пригород Лесное». В ходе усердной борьбы гостям удалось одержать победу. Очень долго мы идем к этим победам, поэтому во всех турнирах участвуем. Очень рады, что нас приглашают, и мы с удовольствием принимаем приглашение. Больше в тройку лидеров спортсмены Ленинского округа никого не пустили. Второе и третье место разделили представители деревни Мисайлова и города Видное. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Максим Константинов, Видное ТВ.